Вот ярким представителем того, как не надо закапывать талант, является вот Мария Львовна, Маша. Мы рады тебя сегодня видеть. Мы сегодня открываем твою персональную выставку здесь, в нашем культурном центре Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. Мы пожелаем тебе творческих успехов, или чтобы Господь дальше вдохновлял тебя на добрые дела, на творчество. И мы тебе уже сейчас предоставим слово, и ты уже дальше сама скомандуешь, как мы нам дальше здесь быть. Мы рады приветствовать сегодня наших гостей. Сегодня у нас Максим Александрович, заместитель председателя Совета депутатов, Валерий Константинович, начальник управления социальной защиты населения, Михаил Анатольевич. Мы рады всех сегодня видеть, наших добрых друзей, прихожан нашего храма и ребяток, дорогих нашему сердцу, которые сегодня уже принимали участие в богослужении, а теперь будут принимать участие, я так понимаю, в тех мероприятиях, которые сегодня здесь приготовлены. Я всем желаю всего самого доброго, хорошей подготовки к праздникам Рождества Христова. Кто желает, может свои впечатления записать в книгу отзывов и предложений, которые для этой выставки специально была подготовлена. Всю выставку практически подготовил папа Маши Лев Олегович. Можем ему тоже папа. Рисовал не папа. Техническая часть. Да, только техническая часть за мной. Все, пожалуйста, Маш, ты можешь сюда там подняться. На мастер-классе я вам всем желаю удачи и творческих успехов, потому что я надеюсь, что вы будете и дальше пользоваться моими техниками рисования и дальше продолжите за мной украшать это прекрасное здание своими работами. И я буду очень рада, если я вот приеду через год и тут будут уже висеть другие ребята, например, Настя Иванова. И ее будут тоже все знать. Будут все знать, например, знаменитого снегиря, которого нарисовала Настя Иванова. Я очень хочу, чтобы я тоже увидела все эти работы и запомнила их навсегда в своем сердце. И я вам желаю всего самого наилучшего и больше творчества в своей жизни. Спасибо вам большое. У нас еще будет такой акцент, как дымок. Но дымок мы будем уже рисовать акварелью. Домик. Раз. И у нас будет здесь центральный домик на первом плане. Вот домик на первом плане. У него мы будем видеть три окошка. Вот домик. Крышу у него уходит. Вот. Можем подойти все, я на одной работе покажу. Ребята, давайте подойдем. Конечно, нам мощно быстро. Берем синий оттенок. Вот такой. Вот такой оттенок. Берем его жиденько. Вот. Цвет.
смотреть. И вот так вот начинаем. Тихонечко.